Более 100 участников из разных городов прибыли на традиционное открытое первенство Сарова по лыжероллерному спорту. Лучших определили на дистанции 4,5, 7 и 11,5 километров. Лыжники все-таки готовятся к зимнему периоду. И какие-то срезы подготовки все-таки они должны быть. И поэтому здесь можно посмотреть, как ты готов вот именно на этом этапе подготовки. Первыми на старт вышли самые юные участницы, которые соревновались на дистанции 4,5 километра. Лучший результат в этой возрастной группе показала представительница Республики Мордовия Екатерина Никитина. Ну, у меня до этих соревнований было 2 сбора с Николаем Евгеньевичем Седовым. Вот. Ну, как бы готовилась в основном хорошо, как бы тренировалась, выкладывалась на все 100% на тренировки. Вот результат. Саровчанка Яна Сабитова старательно готовилась к этим соревнованиям. В спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» она занимается более 7 лет и регулярно принимает участие в состязаниях. В прошлом году Яне не удалось побороться за главные призы, но в этот раз она выложилась на максимум и заняла 3-е место. Тяжеловато, да, было, потому что были на спусках резкие порывы ветров и маленько как бы сдувало, износило лыжероллеры немаленько не в ту сторону. Медали разыграли в 6 возрастных категориях. Победители и призеры получили грамоты и памятные призы.